До самых ярких и масштабных зимних соревнований осталось всего 10 дней. Речь о лыжне Татарстана 2018. В этом году она пройдет в субботу, 10 февраля, в парке Прибрежно. По уровню подготовки и массовости нынешние забеги не уступят прошлогодним, заявили сегодня на пресс-конференции в мэрии. К слову, в числе организаторов и наш холдинг СТВ Медиа. СТВ Пятый канал и радио Дача – информационные партнеры соревнований. Но обо всем по порядку. Ежегодно на трассу в день проведения лыжни Татарстана выходит порядка 20 тысяч человек. Поэтому к подготовке соревнований подходят серьезно. В парке Прибрежном сегодня снегоходы нарезают лыжню, а участники тренируются. Я участвую, мне нравится этот вид спорта. С детства занимаюсь лыжами и радует, что у нас большой спортивный город стал. Массовость, детки занимаются, и биатлон, и лыжи. Все поставлено серьезно. Мне уже 67 лет, поэтому я уже столько лет, на 50-40 хожу на лыжах для себя, как говорится. Поэтому без лыж вообще себя не представляю. Дистанции для любителей от 2 до 3 километров, для профессионалов от 3 до 5. Именно они в 9:30 дадут старт соревнованиям. Следом выступят ветераны спорта, люди с ограниченными возможностями здоровья. Массовые старты юношей и девушек пройдут в 10:20. А торжественно откроют лыжню Татарстана в 11 часов. Чуть позже побегут руководители города и предприятий. Руководители города, депутаты, ветераны спорта, инвалиды, спортсмены преодолеют дистанцию в 2018 метров. Последним пройдет массовый забег женщин и мужчин. Помимо награждений призеров и победителей в своих категориях будут определены и самые юные, и самые опытные спортсмены. Вручать призы будут представители радиодачи и СТВ Пятого канала. Они же организуют развлекательную программу. Какой бы ни была в этот день погода, участникам и гостям лыжни будет жарко. Тот, кто хочет стать частью этого события, может оставить заявку на участие в шахматно-шашечном клубе с 6 по 9 февраля. Для этого нужно лишь иметь разрешение врача. Других требований нет. Коньковым ходом или классикой – неважно. Главное, отмечают организаторы, участвовать и получить удовольствие. Как правило, челнинцы приходят со своими лыжами, но если таковых нет, здесь весь день будут работать пункты проката. А для более комфортного переодевания участников запустят в новую модульную лыжную базу. Тут же для спортсменов организуют горячий чай. Что касается дорог и парковок, то в этом году движение перекрываться не будет. Ландыш Капранова, Ради Ганеев, Челны 24.